Вот так эта мусорная площадка на Зубковой 25 выглядит сейчас. Вполне себе благопристойно, скажете вы, даже учитывая ржавые контейнеры. Но это все анфас. Если обойти площадку слева или справа, картина совсем другая. И хлам этот здесь повсюду. Вот так это выглядело совсем недавно. Габаритный мусор теперь просто сдвинули в сторону. Местные жители говорят, лучше бы вообще перенесли эту площадку из двора. Причем говорят это уже 3 года. По центру двора стоит... вот эта вот мусорная яма. Смотрите, ведь она течет, вот все это вниз, да. Туда, к подъездам. Когда грузовая мусоровоз, это очень большое устройство. Вон, посмотрите арку, сколько она углов там посносила. Когда были разного рода сборы здесь, собирало сам собрание и управляющая компания в том числе, неоднократно мы говорим, вот я лично говорил о том, что надо убрать отсюда. Вроде вот как кивают, что да, это неплохо было бы сделать. Наверное, на это нужно потрудиться. В самой управляющей компании, а скажем так, недоработках по улице Зубковой знают наверняка, но утверждают, что крупногабаритный мусор не их зона ответственности. Зубковой 25 – это ваша, да, юрисдикция? Наша. А подскажите, пожалуйста, вот мусор, который во дворе, его как-то можно убрать, который негабаритный получается, да? Ну какой? Который рядом с коттеджной площадкой? Да. Крупногабаритный который? Да. Это убирает Экопромск, вывозит. Ригоператор действительно вывозить такое должен регулярно. Но тут вот какое дело. Вот официальный ответ Экопромска председателю совета многоквартирного дома Светлане Сирман. В нем черным по белому. Мусор вывезем, если управляющая компания немного поработает. Экопромск мне отвечает, что здесь должна быть смонтирована, оборудована контейнерная площадка для крупногабаритного мусора. Они выступали там и в администрации Экопромск, это я уже почитала в интернете. Ее нету. Управляющая компания делать это не хочет, деньги затрачивать не хочет. На наш дом она ничего не хочет делать. То есть у нас уже подошло время косметического ремонта в нашем подъезде. В 2016 году я добивалась, еще не будучи председателем. Там все уже обветшало. Они не делают просто так, понимаете? То есть вообще. Вообще этот дом уже, что называется, проходил по нашим сводкам. В сентябре прошлого года мы рассказывали о том, как здесь на крыше обвалилась бетонная плита, а ремонт вызвал очень много вопросов, в первую очередь потому, что на него деньги собирали с жильцов дополнительно. По нынешнему состоянию крыши вопросы, кстати, у них остаются. А вот совсем недавнее июльское видео прорыва теплотрассы. Его худо-бедно залатали, накинули хомут, но вот комплексно решить этот вопрос, понятное дело, в управляющей компании не спешат. Видимо, снова попросят жителей скинуться деньгами. Да, в наглую. Ну а что, это же работает. Тем более, что жилинспекция к этому дому на Зубковой 25 по-прежнему равнодушна.